Всем привет! Начинаем новый влог. Сегодня день рождения у Игоря. Я уже сходила в душ, сейчас будем дома прибираться. С утра встали мы в 5 утра. Я уже испекла блинчиков, накормила. Игорь поехал на работу. Наверное, в обед приедет. Мы заказали матрас, заказали стульчик. Все сегодня покажу. День рождения мы праздновать не будем, Игорь не очень это любит. Мы закажем роллы, покушаем дома. Мы подарили ему уже 2 подарка. Я ему подарила такие органайзеры в машину. Лера подарила чехол для паспорта из натуральной кожи, обложку. Вот, там, с гравировкой. Потом вам покажу обязательно. Ну и все, посидим спокойненько. У Лерки тоже завтра 4 месяца. Вот уже плачет каприза, тоже я ее искупала сейчас. Уборкой буду заниматься, надо все постирать, она все просто не испачкала. Вот, да. Вот, на 4 месяца ей заказали и стульчик, и матрас. Так что всем подарили подарки. Все большие, Игорю исполнилось 24 уже. Лерке завтра 4 месяца. Вот так. Приводить себя в порядок, потому что я не могу смотреть на себя без косметики. Такой умерший, болезненный вид сразу же. Накрашусь, волосы высушу нормально, потому что вчера вообще ничего не хотелось делать. Так жарко было, кошмар. Сегодня вроде немножко посвежее. Вчера еще дождик, такой ливень сильно шел. В некоторых деревнях прям град. Вот такое вот с перепелиное яйцо показывали. И машины, и дома все побило. Вообще, короче, кошмар. Вот, пошла приводить себя в порядок и буду вам все показывать. Never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got better things to do. Take pity on a man who's looking for something new. I know I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. Девочки часто меня просят показать вот этот выпрямитель. Я, если честно, не знаю даже, где его купить. Я даже не знаю, какой он фирмы, потому что я его брала 5 лет назад еще. Вальпари, сейчас такого магазина нет, сейчас, по-моему, это Улыбка Радуги, но я сейчас уже смотрю, это есть в каждом магазине, есть и в Ашане, и в Ленте, и во всяких Мвидео и других магазинах, можно на Алиэкспрессе заказать, короче, вообще расческа классная, я вам советую, тоже вот долго она у меня держится, за место выпрямителя купите себе, она вообще почти не повреждает волосы, и, кстати, вот я сейчас феном не сушу. Я сушу естественным путем и потом просто ей расчесываю, и они прям гладкие, не пушистые, красивые. Вот. Здесь вот кнопочки, включение, и прибавляете. По-моему, здесь 240 максимальная, но 180 вполне хватает. Вообще очень классная. А я все сижу, жду звонка от Дека, чтобы привезли мне заказ H&M. Ой, мне его как-то так быстро привезли, я даже не ожидала, я рассчитывала, ну, 2-3 недели, как другим обычно привозят, а тут неделя, и все, мне уже позвонили, сказали, скоро привезут, классно. Еще говорили то, что с 1 числа вроде как начнут открывать торговые центры, я не знаю, конечно, правду, вот. Ну, вообще, очень хочется в H&M, хочется купить что-то Лерке. Хочется себе что-то купить. У меня босоножек никаких нету. Хочу белые слипы себе. Потому что вот онлайн что-то вообще никаких размеров нету. Больно таких скидок нет, как в магазине обычно я покупаю. Я там обувь обычно по 300 рублей хапаю. Вообще. Тоже с Лерой сейчас искупались.
Я ее высушила, мы поиграли немножко, и я пошла на улицу укачивать ее, с мокрой головой ходила пока. На улице так себе, сегодня уже прохладненько, хорошо. Кстати, туча идет опять. С утра солнышко такое светило, я везде сейчас окна открыла, комаров вроде нету, но оно у меня все равно под сеткой спит в коляске, на всякий случай, чтобы комары не покусали. Очень много и до сих пор не травят, это просто жесть сколько. Все-таки, наверное, летом придется нам покупать кондиционер. Что-то в этом месяце мы уже потратились, и денег не осталось на кондиционер, вот. Но, наверное, мы летом не продержимся так, точно придется покупать его. Сначала нам в детском мире выбрали стульчик серого цвета, без колесиков, такой самый обычный, и его не было в наличии. В итоге мы узнали только это спустя 2 недели, то, что ни матраса, ни стульчика нету. Зачем вообще столько времени потратили, я не знаю, почему они не сообщают это раньше. Меня прям вообще это сильно взбесило, я больше не буду никогда в детском мире ничего заказывать. Вот. И в уфимском магазине такой, не сетевой, сразу же написали, оплатили стульчик и матрас. Вот Игорь сейчас поедет, заберет и привезет. Буду вам показывать. Решили черного цвета, почему-то он так красиво выглядит, мне понравился. Ну, у нас и коляска тоже черная, как-то очень стильно. Хочу закинуть постирать белое белье. Возьму вот такие капсулы, и я вам показывала в Фикспрайсе, я купила вот такую персоль. Меньше 20 рублей она стоила. Я раньше ей пользовалась, но я, по-моему, раньше всегда в кипятке замачивала. Но сейчас вообще не хочется, у меня ведра нету специального, чтобы замочить, никакого тазика. Я сначала попробую так. Если у меня не получится отбелить, то я в следующий раз в Фикспрайсе, наверное, возьму тазик специальный и буду вот эти все свои полотенца отбеливать, потому что все равно они уже такой желтоватый оттенок у них стал. И смотрите, я красила брови недавно и начала вытирать. У меня краска вот здесь попала. Не знаю, вот она вот не отмылась. Тоже сейчас буду стирать. Его надо закинуть. Вот. Даже не знаю, сколько нужно. Хлопчатобумажные, льняные, вискозные. Так, 2,5 столовые ложки. Ой, не знаю даже. Так, довести до кипения, отключить нагрев. Блин. Так, отбеливатель. Растворить в воде, положить постиранное белье. Ну вот, значит, в машинке он не будет действовать. Значит, сейчас я знаю, что я сейчас делаю. Нет, не буду. Ой, блин, что делать-то? Мне не в чем отбеливать. Ладно, сейчас попробую, постираю. Если не сработает он, то буду в кипятке уже. Мне уже с каждым днем начинает более нравиться так. Но все равно Тайд я больше всего люблю. В следующий раз попробую Ариэль. И, наверное, если что, вернусь к Тайду обратно. Все равно более резкий такой от Тайда у меня. Весь дом прям такой свежестью пах. Я прям кайфовала, когда домой заходишь, и вот прям вкусно-вкусно пахнет. А тут все равно как будто вот духи так резко-резко. Стираю я сейчас постоянно на смешанном. Там как раз час. Раньше стирала на 30, но вообще плохо отстирывает, плохо выжимает. Хлопок слишком долго. Кстати, я вчера стирала на детскую, и мне вообще не понравилось. Вообще ничего не отстиралось, хотя стиралось где-то 3 часа. Вообще никакого толку нету. Знаете, что я сейчас попробовала? Я поставила на хлопок и выбрала 90 градусов. Я думаю, то, что вот эта, ой, вот эта штука будет хорошо в теплой воде работать, в горячей воде работать. Заместо того, чтобы замачивать. Посмотрим. Тут вообще, видите, 2 часа нужно ждать. Сейчас папа привезет нам матрас. Будем кроватку большую делать, да? Будешь отдыхать в ней. Видите, она уже впритык ей стала. Пробовали мы дать вот этот прорезыватель. Там вот такая вот водичка обычная. Но она пока не понимает. Так, в руках его держат. Не понимает то, что нужно точить. Надеюсь, потом он ей понадобится. Держи. Вот.
На улице у нас сегодня такая вот красота. Кстати, погода вообще шикарная. Ветерочек холодный, градусов... Ой, наверное, 15-20. На солнце, наверное, где-то 23. А так холодно, когда ходишь. И я прям окна открывала дома и замерзла. Классно вообще. Видите, какой ветер. Люблю такую погоду. Смотрите, какое небо красивое. Да, дочь? Сейчас полы буду мыть. Ой. Полы буду, кстати, мыть. Сейчас покажу. Телерку купала. У меня вода осталась. Сейчас буду ей полы мыть. Вот, частин добавлю. Вчера тряпку свою, у меня вот такая же швабра, и тряпка от нее порвалась. Вот я ее вчера зашила. И сейчас буду ей мыть. Потому что уже я запарилась руками мыть. Так жарко становится. Все-таки я бы вообще два раза в день бы мыла полы. Вот, швабры, надеюсь, у меня получится. Это вообще очень вкусно пахнет. Сейчас будем тестировать так. Wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got better things to do. Take pity on a man who's looking for something new. No, I shouldn't wanna be a special case. But I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. Whoa, 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 yeah. Moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Ура, девчонки, мне пришел заказ. Сейчас будем открывать и все вам покажу. Как видите, заказ из H&M. А, сумма вышла на 2400. А, здесь у меня два бюстгальтера. 75B. А, так, черный и белый. Блин, я надеюсь, они мне большие не будут. Что-то они прям огромные. Сейчас посмотрим. Потом... трусики вот такие вот. Они три пары одинаковые. Сейчас вот. Они три пары одинаковые. Вот такие вот красивые, ажурные. Сзади вот такие вот. Хипстер, по-моему, они, да, назывались. Размер XS. Классные. Блин, надеюсь, тоже большие не будут. Потому что я слышала, что все больше мерит там. И обычная черная футболка. Размер тоже XS. Обычная, классическая, по-моему, да. Футболка из хлопка. Померяю, покажу вам. Девочки, смотрите, какая классная футболка.
Я так довольна, я прям вот именно такую хотела. Она такая свободная, хлопковая, красивая. У нее тоже красивый вырез, потому что у меня такая же тоже есть белая, но она сильно в обтяжку и в ней жарко. Она тоже из H&M, я брала ее за 400 рублей. Это тоже за 400 рублей. С шортиками вообще красиво выглядит. Мне кажется, задницы вообще нету. Ой, зайка. И вот такой бюстгальтер красивый тоже. Обычный, без всего лишнего. Трусики тоже с таким же кружевом. Ничего лишнего. Прям мой размер так красиво выглядит. Тебе тоже нравится? Малышка моя, малышка. О, вообще довольна, довольна, довольна. Классно. Слава богу, я не прогадала с размером. Раз покажу поближе. Бюстгальтеры мне оказались прям как раз. Я даже не ждала. Так выглядит, как будто у меня большая грудь. Но правда, у меня ее нету. Но я брала с пушапом. Кстати, он не так вообще заметен здесь. Они такие красивые вообще. И трусики красивые тоже. Я не люблю вот стринги, мне они надоели. Раньше я их постоянно носила, но после родов прям вообще не мое стало. Эти такие легкие, хлопковые, красивые вообще. Ой, класс, я так довольна, вы бы знали. Класс, класс, класс. Ой, вообще, такая легкая, я в ней сейчас ходить дома буду. Надеюсь, Игорю понравится. Трусиков хипстер черный XS 800 рублей, два бюстгальтера пушап 1200 рублей и футболка 1000, ой, и футболка 400, черная из хлопка тоже XS, бюстгальтер 75B. Вот так. Ох, у нас ливень пошел вообще. Игорь, кстати, сетки поставил, успел до дождя, быстренько забежал вообще. Просто такой воздух на улице, вы не представляете, после жары я радуюсь дождю. Давайте покажу вам стульчик. Игорь достал его. Блин, он мне так понравился, вы бы знали. Цена всего лишь 6500, но он вообще лучше выглядит даже, который мы за 20 тысяч смотрели. Вот такой вот огромной штукой. Игорь вообще его не оценил, сказал, он страшный. И вот этот нам очень прям понравился. И в черном именно цвете он так стильно смотрится. Все такое плотное. Я, кстати, в шоке была, когда на Авито смотрела. Они все такие ободранные. Я не понимаю, зачем люди стирают их в машинке. Их же можно просто протереть тряпочкой и все. Зачем стирать? Не понимаю. Тут грызунок она свой оставила. Мы пока ее не прицепляем. Она у нас просто так лежит. Сегодня вот так вот пододвигали к столу. Она с папой сидела вместе. Прям такая довольная. Ей все нравится. Здесь вот ножки регулируются. Сюда пока поднос вот этот поставили тоже на креплениях вот таких. Здесь тоже спинка также регулируется, как и у всех, наверное. Вообще классный. Давайте подальше вам покажу. Очень красивый. Я довольна, прям вообще, девочки, советую. Мы, конечно, им еще так не пользовались, но выглядит он просто шикарно. Даже лучше, чем в детском мире. Если что, я вам ссылочку оставлю. И взяли такой же матрас. У нас в точности такой же, только круглый. Такой же фирмы. Брали за 2400. Вот, сегодня тоже будет он кроватку собирать. И я, наверное, засниму, покажу. Тоже очень легко. Здесь вот разбираются вот эти вот штучки. Столик разбирается. Вот эти вот штучки тоже берутся сюда, добавляются. И она получается овальная. И уже памперсы тогда придется менять на диване. Потому что из этого столика она уже выросла. У нее ноги торчат. Вот так. Ну, я очень прям довольна вообще. Вот такие вот, кстати, колесики. Очень легко катаются они. Кроватка у нас тяжело ездит. Вы, кстати, проверяйте, когда покупаете круглую кроватку. Нам попались плохие колесики. Они как будто корябают нам линолеум. Не знаю, очень тяжело катаются. А здесь прям очень легко. Такие классные-классные. Вот.
Говорю, сейчас поехала, да, аптека.ру, там заказ мне пришел, я пеленки заказала Лерке, салфетки решила попробовать влажные Йокосан. Вот, и роллы закажем, запеченные, посидим вдвоем, покушаем. Теперь с нами Лерка будет за столом сидеть, она так вообще, ей так понравилось сидеть на этом стульчике, она даже не плакала, не капризничала. Обычно она к нам просится постоянно, чтобы с нами сидеть, приходится ее на руках всегда держать, а тут просто положил и все. Наш папа пока сетки делал на улице, я с Леркой вышла погулять, постоять, и она прям сразу же уснула, потому что вот мы во сколько вышли, мы, наверное, в 11 дня вышли, в 11 утра, она сразу же уснула, потому что мы проснулись в 5 утра, поспала, и сейчас вот опять вышли на улицу, она сразу же уснула, потому что она уже глазки терла, капризничала. Сейчас мы ее поставили в коляске в соседнюю, ой, в соседнюю, говорю, в ее комнату, и она спит себе спокойно, там вообще крепко. Фруктиков прислала, рыбки копченые, так что сегодня вот будем кушать. У меня еще сок остался в холодильнике, и роллы будем кушать, вообще классно. Давно так вдвоем не сидели спокойно, потому что Игорь сейчас без выходных вообще работает, я его почти не вижу, и так хочется вдвоем посидеть. Надеюсь, Лерка капризничать не будет. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't. Все, разобрала я все подушечки. Остальные подушки у нас лежат в кровати, мы их достанем. Там, наверное, штуки 4 еще. Простынь сняла. Вот, смотрите, в точности такой же матрас, даже с таким же рисунком. Вот, в детском мире, по-моему, какой-то желтоватый был. Я так его не хотела, слава богу, его и не было в наличии. Вот, смотрите. Этот опять придется убирать куда-то в кровать, она у нас уже полная вся. Не знаем, куда девать вещи, то ли к родителям отвозить, то ли чем. Ну, очень удобно, так что вот кроватку будем расширять сейчас. Вот так наша Валерия теперь здесь отдыхает, да? Катается туда-сюда, с нами за столом кушает. Вот только ремень она постоянно в рот тащит. Лер, не надо. Я же дала тебе, на, вот, грызуночек бери. Бери грызуночек. Вот, его грызи, не надо ремни грызть. Вот, надо ей, конечно, что-нибудь постелить. Я сейчас пока буду убирать тут все. Чтобы она здесь посидела. Да, Лер? Ей даже интереснее здесь, потому что в кроватке из-за бортиков она ничего не видит, ей скучно там. Здесь интересно. Ей также можно катать туда-сюда, ей нравится кататься. Может быть, даже спать она так будет у нас. Козюлька такая большая уже стала. Скоро уже кушать здесь будет, да? Сегодня она целый день спит, хорошая девочка, хорошая. Два раза уже днем поспала, сейчас только проснулась. Чё у тебя глазик красненький, а? Солнышко мое, чё глазик у тебя красненький? Чё сделала? Чё с глазиком сделала? Не знаешь, что такое? Я тоже не знаю. Малютка моя, держи. Ну, держи. Держи ручки. Красотка. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna
face myself. Wonder if God got better things to do. Take pity on a man who's looking for something new. I know I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. Myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Face myself. Wonder if God got better things to do. Take pity on a man who's looking for something new. I know I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target.